хотим жить, не положи! Будем! Я думаю, что многие, как и я, впрочем, пришли не для того, чтобы поддержать именно независимых кандидатов в эту дурацкую городскую думу, которая на самом деле ничего из себя не представляет, как институция. Но люди пришли протестовать против хамства власти, против беспредела власти. И я думаю, что это хорошо, и если нас когда-нибудь станет достаточно много, то мы не остановимся здесь на Тверской площади, а пойдем на Красную и выкинем, может быть, из Кремля всю эту шваль из Центра избиркома, из Государственной Думы и попытаемся вернуть Россию на путь демократии. Я думаю, что только такой выход уже, пожалуй, будет единственно правильным сегодня. Пацаны, приходи! Всех бы допустили, и люди бы сами решали, как и что делать, собственно говоря. Ну, у нас же боятся зачастую. Это все то, что следствие того, что власть боится общественного мнения. Я спокойный, мирный человек, я ничего не нарушаю, я гуляю по городу, я хотел встретиться со своим депутатом Ильей Яшиным, у которого я еще в ВУЗе был преподавателем в свое время. Ну, есть пару вопросов к нему, как говорится. Вот так вот, да. Что еще сказать? Отлично. Да? Отлично. Ну, я с ним. Я тоже сказал, что я Саша Данон. Звонишь Данон, говорить с тобой. Я преподавал в ЭКОУ политологическую, когда он учился на первом, втором, третьем курсе. Свите? Да. Нет, в Москве, да. Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно. Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Мы напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них. Информирую, что полиция предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.